Когда успел отойти буквально на 100 метров. Хорошо. Начальник Майор, первого мастера РУВД. Да. Под колес начальник РУВД. Да? Подъехала газель, сейчас оказалось, то ли внутри газели, то ли под газелью оказалось. Разводим. Произошел. Расходись, чтобы там больно было, не собирать. Не собирайтесь. Разводимся, пожалуйста. Еще могут быть взрывы. Да к нам не могут быть. Потихоньку. Я целый, я флаг нес в конце, поэтому... Банька был. Куда ты пошел? Кто здесь? На всех. Сейчас. БС, туда отходишь, за дорогу. Строимся у магазина. Камень, видимо, попал. Ты тут еще или ты с нами пойдешь? Мы отходим потихоньку. Кстати, да, тут это... Легко, да. Пошли с дорогой, сейчас убежим. Повторяю в 10-й раз для тех, кто подключился только что. Сегодня по дворцовым спорта, это город Харьков, если что, происходила акция в честь годовщины первой победы Евромайдана. Когда активисты выстроились ходой, чтобы пройти до площади Свободы, они прошли буквально 100-150 метров, как произошел очень сильный взрыв. Очень много пострадавших, известно уже о двух погибших.